В Лисаковске полицейские спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с крыши многоэтажки. Покончить жизнью он решил после ссоры с женой. Момент спасения запечатлели очевидцы, и видео тут же попало в сеть. Подозрительный мужчина на крыше 9-этажного дома в Лисаковске взбудоражил жителей двора, и они позвонили в полицию. Автопатруль тут же приехал на вызов. Стараясь постепенно сократить дистанцию, полицейские пытались наладить диалог и отговорить мужчину, пытавшегося спрыгнуть с крыши дома. Телефон на громкой было не слышно, я поэтому ему предложил взять мой телефон в руки и поговорить с матерью. В этот момент, когда он руку потянул за телефоном, я схватил его за руку и потянул на себя. Медлить в этот момент было нельзя, так как на улице был сильный ветер. И одним рывком полицейский попытался оттащить мужчину от края крыши. На помощь подоспел коллега и спасатель. На видео, появившемся в мессенджерах, слышно, как за кадром переживают очевидцы. Держи быстрее. Держи, держи. По словам полицейских, на такой шаг мужчина пошел впервые. Запах алкоголя от него исходил, но от медосвидетельствования он отказался. Сами же стражи порядка в такой ситуации ранее не оказывались, хотя стаж работы за плечами большой. Действовали, говорят, по ситуации. Нина Шапо, Елена Досова, Андрей Сысоев, ТДК-42, Костанайская область.